Активнее принимать участие в конкурсе на лучшее видео о путешествиях «Дальний Восток. Земля приключений» призывает горожан мэрии Петропавловска. Жители могут рассказать всей стране о туризме на Камчатке и побороться за главный приз – 3 миллиона рублей. Принять участие в конкурсе могут и дети с 10 лет, но под руководством взрослых. Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри. Для участия надо пройти регистрацию на портале путешественникдв.рф, заполнить анкету, зарегистрировать свой маршрут в МЧС, а также описать маршрут квалификационной комиссии, указать время его проведения. После этого заявка считается принятой. Добавим, старт конкурса «Дальний Восток. Земля приключений» анонсировал заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в августе прошлого года. Так, правительство страны хочет поддержать активных путешественников. Конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» проводится до 30 сентября 2023 года.